Мы люди очень оптимистичные существа. Сколько бы нам ни говорили ученые про загрязнение, глобальное потепление, к чему все это ведет, мы все равно думаем, пронесет. Нормально же, живем. Ну и главный аргумент, раньше же ничего такого не было, с чего сейчас что-то должно произойти. Но такое происходило. 5 раз на Земле происходили массовые вымирания всего живого. И 6-е происходит прямо сейчас. За ближайшие 10 минут расскажу про самые масштабные экологические катастрофы в истории планеты и что происходит сейчас. Это сортировочная. Начнем. Точно ли динозавров убил метеорит? Правда ли, что все массовые вымирания видов связаны с глобальным потеплением? Сколько видов умирает сейчас, кто в этом виноват и как Пермь связана с волнами вымирания? Больше 99% когда-либо живших на Земле видов вымерли. Мы живем на метафорическом кладбище. По мере того, как новые виды эволюционируют, подстраиваясь под новые условия, старые вымирают. И в принципе это происходит постоянно, и это вполне естественный процесс. Только если это не происходит слишком быстро и массово, и не возникает риск исчезновения вообще всего живого на Земле. Массовое вымирание. Звучит апокалиптично, как будто вымирают вообще все. Но все относительно, и уровень трагедии зависит от того, с чьей стороны посмотреть. Под массовым вымиранием обычно понимают короткий период времени, за который исчезает 3/4 и больше биоразнообразия или отдельных видов. Бактерий, грибов, растений, млекопитающих, птиц, рептилий, земноводных, рыб, беспозвоночных. Важно уточнить, для планеты короткий период — это от 1000 до миллионов лет. Земля уже пережила 5 массовых вымираний. Последнее было 65,5 миллионов лет назад. Тогда как раз вымерли динозавры. А сейчас эксперты считают, что мы живем во время 6-го массового вымирания. Но давайте сначала разберемся с предыдущими. Первое массовое вымирание — Ордовикско-Силурийское. Массовые вымирания назвали по имени того периода до истории развития биосферы Земли, который они закончили. Ордовикское вымирание произошло в промежутке 450-443 миллиона лет назад. Сейчас будет много незнакомых слов, названий видов, ты про них вряд ли слышал. Естественно, они же вымерли. Период Ордовик. Представь себе, в океане только зарождается жизнь. В основном это бактерии, водоросли и другие несложные организмы, некоторые из которых, вероятно, уже пытались робко и ненадолго выходить на сушу. И тут первые шаги были жестко прерваны лютыми морозами, которые охватили планету. Это привело ко второму по величине массовому вымиранию за все время. Исчезло 85% видов. Хороший пример — брахиоподы или плеченогие. Их было около 30 тысяч видов, а до наших дней чудом добралось 380. Еще пострадали от вымирания конодонты, акритархи, мшанки и трилобиты. Просто посмотри на этих ребят. О причинах похолодания сегодня точно сказать очень сложно. Но есть теории. Вулканическая активность, столкновение с метеоритом, вспышка излучения от взорвавшейся звезды. Но в одном ученые сходятся. Резко упал уровень СО2, углекислого газа. Кстати, в том числе поэтому ученые так уверены, что уровень СО2 напрямую связан с климатом и жизнью на Земле. Про нынешнюю ситуацию поговорим чуть позже, а пока идем дальше. Второе вымирание — Девонское, 372 миллиона лет назад. Происходит резкое изменение уровня моря, и в океане падает концентрация кислорода. Вызвано это все было глобальным похолоданием из-за бурного развития наземных растений, которые активно извлекали из атмосферы углекислый газ. А еще океаническим вулканизмом или вообще воздействием какого-то внеземного тела. Например, многие исследователи считают, что кольцо Сильджана — это как раз след начала Девонского вымирания. Кольцо Сильджана — это доисторический след от падения небесного тела в Даларне, в центральной Швеции. Это один из 15 крупнейших известных подобных кратеров на Земле. Его диаметр около 52 километров. Он возник от столкновения метеорита с поверхностью Земли в Девонский период. У Девонского вымирания были глобальные последствия. Вымерли 60% видов. Пострадали все существующие экосистемы без исключения. Например, системы рифов необратимо изменились, потому что потеряли своих главных жителей. К этому как-то сложно относиться с эмпатией. Это было очень давно, и сложно представить масштабы разрушений. Чтобы примерно прикинуть, 60% — это как если бы из ныне существующих более 500 видов обезьян осталось бы только 200. А те 300 исчезли бы навсегда, и нигде бы их больше никогда не было. Третье массовое вымирание — самое массовое. И для нас даже немного родное. Произошло оно около 252 миллионов лет назад и называется Пермское. Причем здесь Пермь? Наверное, просто созвучие. Нет, этот период планеты назвали в честь Пермской губернии, потому что первые отложения того времени нашли там. А еще по одной версии, эта серия апокалипсиса была вызвана в том числе излиянием магмы в Сибирь.
Но вообще версий масса. Всем интересно, кто главный массовый убийца на планете. Например, палеобиолог Синди Лой исследует версию, что уничтожили жизнь кислотные дожди, выпавшие после массового выброса вулканических газов. А доказательства находят в современных примерах. На севере Чехии есть место, которое называется «Черный треугольник». Его так назвали из-за угля, который сжигают здесь на электростанциях. Из-за этого в регионе десятилетиями льют кислотные дожди. Так вот, пермское вымирание стало крупнейшей катастрофой биосферы в истории. Странно, что вообще кто-то выжил. Потому что вымерло 96% морских видов, 73% наземных позвоночных, и даже насекомых задело, 83% из них тоже вымерло. В общем, восстановление заняло 30 миллионов лет. И что интересно, вымирание одних видов как бы дало дорогу другим, которые раньше были в тени. В триасовом периоде, который идет после пермского, сформировались архозавры. Это предки динозавров, крокодилов и птиц. А еще в этот период появились млекопитающие. Честно говоря, страшно подумать, что все эти планетные передряги в итоге привели к тому, что появились люди. Если бы их не было, то ходили бы мы сейчас счастливой цивилизацией рептилий, например. Четвертое массовое вымирание. Триасовое. 208-200 миллионов лет назад. Масштабные извержения вулканов спровоцировали вымирание в конце триаса. Около 200 миллионов лет назад увеличение содержания СО2 в атмосфере вызвало подкисление океанов и глобальное потепление, в результате которого погибло 76% морских и наземных видов на Земле. Вот что бывает, когда повышается концентрация углекислого газа. И, наконец, пятое массовое вымирание – мелпалеогеновое. Оно самое недавнее – 65,5 миллионов лет назад. И, наверное, самое популярное, потому что уничтожило всеобщих любимчиков – динозавров. Недавно ученые окончательно определились с тем, что именно столкновение с астероидом или кометой стало причиной глобальной зимы, которую не смогли пережить динозавры и многие другие виды. Астероид упал у полуострова Юкатан в Мексике. На дне Мексиканского залива образовался кратер Чукшулуп диаметром около 200 километров. И по последним исследованиям это произошло ровно тогда, когда началась волна вымирания. Но зачем вообще нам все это знать, изучать? Ну, были какие-то существа, теперь их нет. Может, сосредоточиться на тех, которые живы? Исследование волн вымирания дает нам очень много информации о том, как вообще все устроено на планете. Ученые строят гипотезы, опираясь на данные, полученные от древних отложений горных пород. И окаменелости говорят нам не только о том, кто жил здесь до нас, но и сколько времени естественным образом может просуществовать вид без вмешательства человека. Этот показатель называется фоновым уровнем и равняется вымиранию одного вида на миллион в год. И за счет этих исследований мы понимаем, что в настоящее время из-за деятельности человека скорость вымирания в десятки тысяч раз выше. То есть виды на Земле вымирают гораздо быстрее, чем должны были бы. В научном журнале Science Advances опубликовали исследование о том, что некоторые виды, исчезнувшие из Земли, существовали бы еще от 800 до 10 тысяч лет без вмешательства человека. Мы сейчас находимся внутри шестой волны вымирания. Всемирный фонд дикой природы и профессор Стэнфордского университета Пол Эрлих говорят, что уже сегодня миллион представителей флоры и фауны в опасности. И массовое вымирание наступит уже в ближайшие десятилетия. И в отличие от предыдущих волн вымирания, шестую мы организовали сами. В первую очередь нерациональным использованием воды, земли и энергии. В итоге — климатические изменения. Согласно отчету Всемирного фонда дикой природы, 30% всех земель, поддерживающих биоразнообразие, были преобразованы для производства продуктов питания. А еще 80% вырубок лесов происходит для сельскохозяйственных нужд. И 70% использования пресной воды на планете туда же. Ну и, конечно, то, как мы производим еду, вносит значительный вклад в масштабы и объемы парниковых выбросов. И, как мы знаем из предыдущих массовых вымираний, самого по себе климатического кризиса уже было бы достаточно, чтобы все уничтожить. Точно знаю, появится много комментариев, что глобальное потепление — это естественные циклы планеты. Предлагаю посмотреть вот эти мои видео про климат и изучить отчеты МГИК. Это результаты работы тысяч ученых-климатологов по всему миру. Но мы-то люди живучие. Сообразим чего-нибудь. Выживем. Проблема, что мы тоже часть этой экосистемы, которую сами уничтожаем. И если какие-нибудь несчастные брахиоподы как-нибудь подстроятся под новые условия со штормами, засухами, ливнями, то мы, люди, адаптируемся к новым условиям гораздо хуже, чем нам хочется об этом думать. Нас может снести с лица Земли так же легко, как это произошло с динозаврами. Но если динозавры на это никак не могли повлиять, то сегодня все в наших руках. Только пока что наши руки пилят сук, на котором мы сами же и сидим. И что, получается, мы обречены?
Или у нас получится повернуть вспять массовую волну вымирания? Пиши об этом в комментариях, ставь лайк этому видео, подписывайся на нас здесь, если еще этого не сделал, и на всех других площадках. Мы там тоже рассказываем про экологию, ссылки будут в описании. На этом все, это была Сортировочная, пока!